Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня мы с вами загружаем первый ролик в Рутуб на мой канал. Здесь есть загрузить видео, нажимаем. Так, у нас открывается такое окошко, советы, требования к видео максимум 10 гигабайт, не больше. Что-то даже как-то мало. Поддержка. MP4 самое главное, а на другие тоже есть советы. Остались вопросы, можете написать. Так, и нажимаем вот эту кнопочку, загружается наша папка, смотрим, чтобы было меньше 10 гигабайт, у меня всего 1,69. Нажимаем открыть и ждем. Так, видим, что загружается, здесь ставим название видео. Описание канала, вернее видео, также хэштеги какие. Я выставляю видео обзор на смартфон Oppo Reno 5. Также здесь ссылка, где я его купила, сколько он стоит в ДНСе. Также все остальные ссылки на YouTube канал, на остальные и еще много хэштегов. Пока там у нас загружается. Смотрим дальше, что у нас параметры доступа. Открытый доступ. Можно доступ по ссылке. У меня открытый. Категория видео. Так, техника. Кулинария, интересная, эзотерика, наука, психология, аудио, красота, дети, хобби, животные. Мультфильмы, музыка, сериалы, фильмы. Поставим техника и оборудование, потому что обзоры я не увидела. Пускай будет пока так. Там будет видно. Взрослые ограничения нет. Я думаю, детям можно смотреть. Обложка. Жмем загрузить. Выбираем фотографию. И та-дам. Загрузилась. Так, запланировать публикацию на 8 сентября. Пускай на 8 утра. Кстати, грузится очень долго. И что оказалось очень неприятно, то что не больше 10 гигабайт ролик должен быть. И, конечно же, обложка для фотографии тоже там не больше одного. Что там было у нас одного? Мегабита. То есть, ну, стандартная фотография, которую фоткаете на фотоаппарат, она, конечно, гораздо больше. То, что видео 10 гигабайт максимум, ну, это плохо, конечно. Потому что я люблю делать фоны хорошего качества, и там у меня 100 гигабайт они занимают. Может быть, они поменяют что-нибудь. Ну ладно, ждем. Видео успешно загрузилось. Все у нас с вами заполнено. И опубликовать. Видео на модерации. И вот оно, наше видео мы с вами загрузили. Тут даже показано. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, свои вопросы, на которые мы будем отвечать. Подписывайтесь на мой Рутуб канал. И всем пока-пока.